Добрый день, с вами дачный обзор сад-огород. Сегодня мы будем делать подкорневую подкормку перцу. У нас гумат супер, вот волшебная грядка. Это хорошее удобрение. Берем мы 1/3–1/4 чайной ложки этого удобрения. Разбавляем в теплой воде. Вот. Чтобы она хорошо перемешалась. Разбавляем его на 10 литров воды. Вот так. Выливаем ведро и размешиваем. Это удобрение хорошо стимулирует рост мощной корневой системы, повышает урожайность. Также его применяют под все виды овощных, цветочных. Можно и деревья им подливать, кустарники. Потом берем ковшик и подливаем наш перец. Перед этим я его полил водой, чтобы не попалить корни. И под каждый куст подливаем это удобрение. Ну, и в таком духе дальше. Виноградники надо брызгать таким раствором. Вот у меня виноградник. Виноград. Я его раз побрызгал перед цветением. Он уже завязывается грони. Скоро цвести будет. Теперь его надо будет побрызгать после цветения, в период на бухание ягод. Виноград надо брызгать 6 раз за сезон. За 2 недели до сбора урожая уже прекращаем его брызгать. Также клубнику можно брызгать и подливать. Вот что я вам хотел показать. На этом пока все. С вами был дачный обзор сад-огород. Пока.